Наш кишечник может хранить до 3 кг каловых масс, причем долгое время. И вы даже не будете этого замечать. Единственное, что будет как-то проявляться, это недомоганием, либо плохим самочувствием, усталость, вялость или плохая кожа. Прыщи, угри появляются на лице непонятные. Запах изо рта, либо пот неприятный. От них надо избавляться, и как это проверить? Переходи на овощную диету в течение 5 дней. Только без термических обработок, то есть не варить, не тушить. Сырые овощи. Меньше ешь мяса. Хлеб вообще исключи. Пей больше жидкости. Меньше кофе, чаи, соки и тому подобное. Пей просто жидкость, ешь овощи. 5 дней. Ты удивишься, ты будешь ходить в туалет, причем много, и ты будешь удивляться, я столько не ел, откуда столько? Это густки прошлого. Проверь. Ты удивишься. Не пугайся то, что у тебя будет выходить там даже, скажем так, те продукты, которые ты не ел. Иногда такое бывает. Там семечки, от арбуза, хотя лето уже давно прошло. Или там горошек, который ты ел только, не знаю, в мае месяце, а сейчас только уже декабрь. Правда, такое тоже бывает. В общем, все это, если от этого не избавляться, она начинает создавать проблему. Почему? Потому что наш кишечник, он возвращает влагу. Организм и вместе с ним попадают токсины от сгустков, застоя каловых масс, которые находятся на стенках кишечника. Они есть у каждого, абсолютно у каждого человека. Так что проверь. Если ты сможешь, конечно. Может быть, ты не будешь проверять. Забудешь это, тебе решать. Но хотелось бы все-таки, чтобы ты в комментариях написал, ты будешь проверять или не будешь проверять. Будешь придерживаться такой диеты или не будешь. Посмотрим, сколько людей будет придерживаться этой диеты.